Друзья, всем добрый день. Одесса, 8 июня. Появилось немного новостей про остров Змеиный. Хотел бы вам их сообщить. Друзья, спонсор данного видео – компания Parimatch. Подготовила для моих подписчиков хороший бонус. Поэтому обязательно проходите по ссылке в описании, регистрируйтесь и забирайте свой бонус. Итак, сообщают о том, что на острове Змеиный оккупанты сосредоточили 29 единиц техники. Россия перебрасывает войска на временно занятый остров. Еще 4 июня на острове было 22 единицы техники, сейчас же их 29. Это 3 РСЗО «Град», 2 ЗРК «Тор» и транспортно-заряжающая машина, 4 комплекса ПВО «Панцирь С1» с транспортно-заряжающей машиной и 10 единиц техники с маскировочными сетками. При этом армия страны-агрессора перестала использовать катера «Раптор» для подвоза и ротации личного состава на остров Змеиный. Вместо них начали применять лодки БК-10. Судя по данной информации, друзья, войска Российской Федерации мощно укрепляются на острове Змеиный. И это говорит о опасности для нашего города. Я на связи. Как только информация будет обновляться, сразу вам сообщу. Обязательно подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал, ссылочка будет в описании под видео. До встречи, всем пока.